попробую, попытаюсь объяснить. Вообще, давай начнем с того, мне бы очень хотелось, чтобы ты это не вырезал. А, я первый день на велике поехал. После 3 лет. Представляешь, такой эмоциональный день. Помню, такой из старого. Вот, пожалуйста, вот это сейчас она там выскочит. Мы любим вот такие формы, форматы. О! Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я написал, круто! Когда у тебя там 5-6 миллиардов долларов, это было не просто смело, это было пиздец как смело. Не мог себе позволить такую фразу. Я это сказал. Эти комментарии под этим постом. И вижу, как думает, так сказать, глубинный народ. Я провел там 3 часа, помню, что ноги отморозил. Было очень холодно. Это март, по-моему, был. Вот, блядь, бросить все. Во-первых, здрасте, здрасте. Все, вот он, вот я его видел. Все, выборы. Ну, не способен этот народ выбирать. Нахрен он мне нужен. Я никогда к нему не ходил, не встречал. Кстати, я к ним хорошо отношусь ко всем. Они реально, ребят, хорошие. Ну, вот они живут, там, сказать, там, что-то дочка, потом второе, там, что-то меняются. И мы большую экономику развиваем. Это был сарказм. Большое. Во-вторых, я говорил очень смелые вещи, хотя у меня имя большое, да? Если бы я в ней понимал, я бы формулировки делал более грамотные. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю, то есть я, во-первых, процессы эти многие не понимаю. Я это не понимаю, мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Объяснил. Надеюсь. Те, кто с ним общается, пусть оппонируют. Я с ним не общаюсь. Я даже не общаюсь с тем, с кем он общается. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Мы не друзья, но эксклюзив хочешь? Мой водитель, свидетель. Сергей Пиков. Вероятно, да. И скорее да. Но ты понимаешь, я никого не хочу осуждать, потому что кто-то намеренно избегает, кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом? А реалистично это никогда не будет. А, ну, окей, мы не знаем. Ну, это пиздец какой-то просто. Ну, сколько можно? Ну, да, конечно, мы знаем. Да, конечно, ну мы же знаем. Ну, они знают. Они знают. Я не знаю. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Я думал, я не мог это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Да, мне было страшно, но я это сделал. Просто, они просто, их просто убивают. Ну что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? А у меня его нету. И никогда не было. Я вот так не думал, ты меня поймал сейчас. Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимаю. Я реально... Прихерел. Хорошо. Я ошибся. Какие решения? Додавливать как? Я не знаю.